А что если сериал «Скибиди туалет», но без того вумана? Погнали! Две этого мэна пришли убивать Скибиди коллектора. Глич туалет смог бы убить всех. Камерамен Титан смог бы освободить Титана с Покемона 1. В 66-й серии ничего не изменилось. А в 70-й серии вторая часть тоже ничего не изменилось. При бою Скибиди ученого только были камеравумен, спикервумен и большой камерамен. 76-й вторая часть ТВМН мог бы собрать, но без того вумена. Но при этом все. Поставьте лайк и подпишись. И всем пока!